Здравствуйте и добро пожаловать на канал Last War Беларусь. Мы сегодня будем играть в новый игровой режим, такой сезонный, благодаря нашей зимней сказке Winter Wonderland. Конечно же, добавился новый режим Охотник на Йети, или с другой стороны, можно играть и Йети против Мэйда, 5 Мэй на одного бедного Уинстона. Давайте посмотрим, в чем тут дело. Но перед тем, как мы посмотрим, в чем тут дело, наша старая добрая компания перед нами появилась. И появился, конечно же, также один лутбокс праздничный, специальный, который, возможно, позволит нам взглянуть на что-нибудь специальное. Да, и действительно, три предмета из четырех тематические: и портреты, и пара фраз. Но, в принципе, это не так уж плохо. Как насчет вот этого? Да, это определенно хорошо. Ну и портрет мне не особо нужен, поэтому сейчас мы будем смотреть на специальный игровой режим, надо полагать, аркадный, и здесь он представлен максимальным образом. За него дают в первый раз награду, и описал его прямо здесь. 6 игроков, 5 на 1. Мы можем выбирать, кем мы будем, но это скорее вероятность, а не такой стопроцентный выбор, потому что надо же кому-то быть и на другой стороне. Вот перед нами разворачивается непальская деревня. Как видите, Йети кушает мясо. Когда скушает достаточно мяса, то у него появится ярость. И тогда берегись, все, кто может, а все, кто не может, тоже берегись по возможности. Справа есть командные жизни, поэтому мы можем возрождаться, но если мы умрем 5 раз в сумме все, то, соответственно, мы проиграем автоматически. А Йети, когда скушает достаточно мяса, да, у него запитается это ярости, в состоянии ярости он весьма и весьма опасен. Он и так довольно опасен. Я слышу звук. Ага. Я не совсем живой. Наполовину. Давайте его заморозим. Он, конечно же, не особенно морозится. Мне нужно немножко, пока есть возможность, восстановить здоровье. Ловушка у нас на альте, поэтому ее так просто не поиспользуешь. Обычно у моей ловушки нет. Давай, давай. Давай. Ага, давайте-ка совместными усилиями. Еще раз. Давай, блин. Нет, не в ту сторону. Добейте его, молодцы. Я не знаю, кто добил, но не важно. Главное, что мы командой нашей такой сработали неплохо. Лонгстрит. Длинная улица? Или что это еще значит? Ага. Вот это был слаженный бой. Теперь бы такой словить со стороны Йети. Итак, на этот раз Йети я. И поехали. Или точнее, побежали и попрыгали. Не уверен, насколько это получится, поскольку, конечно, попытка не первая, и очень сложно добраться до мяса до того, как до тебя доберутся целая охапка Мэй. Это представляет очень серьезную проблему. Но мы все-таки попытаемся. Поскольку это единственный путь, и мы попробуем свалить сюда. И мы валим так. Ох. Надо валить дальше. И мы еще один кусочек валим. Берем. Давай. И где он? Да, прямо здесь. Давайте выманим их. Ага, хорошо. А вот теперь время вам изничтожаться. Давайте возьмем кого-нибудь одного. Где они? Привет. Смогу ли я хотя бы ее изничтожить? Большой вопрос. Возможно. Но это уже вопрос не для нас, поскольку мы должны валить к мясу.
Ага. Как бы не так, я попробую взять еще один проход. Здесь не пройдешь, пройдешь там. Я берегу прыжки, поскольку мне... Черт! Я идиот. Но это как раз. Вы уже давно знаете, так что это небольшая загадка. У нас есть два куска там, которых бы мне вполне хватило. Но мы побеждаем только благодаря тому, что они смогли самоубиться еще эффективнее, чем я. Что забавно. Возможно, это и будет моим кусочком проекта, который не скажем так, не самый лучший. Уж точно не самый лучший, но это один из немногих моментов, когда я за него побеждаю, поскольку для меня, например, представляет это гораздо большую сложность. Итак, мы снова охотники, наша небольшая женская компания, да, виртуальная, идет вперед, и, наверное, сосредотачиваться особо смысла не имеет, поскольку, конечно же, в одиночку мы тут никого не словим и не задержим. Уинстон опасен даже в обычном своем состоянии, когда ты с ним противостоишь, да, так сказать, без своих подруг в данном случае. Он, наверное, идет вокруг. Ага, так оно и есть. Запрем засранца. Он мясо, наверное, все-таки возьмет. Мы его чуть-чуть задержим. Мне нужно полечиться. Сколько, 98 хитов, это, в общем-то, немного. Оно и 250 не очень-то. Но 98 это вообще никуда. Где он там? Угу. Валим отсюда. Поскольку тут дело такое бесполезное. Нужно где-то на периферии пошляться, пока у него не кончится ярость. А там уж можно будет и что-нибудь сделать. Вот-вот она кончится. Здрасте. Так. Ага, это for science. Давай. Словите в него ловушку, не? Я в такой зоопарке не мог вообще увидеть даже свою ловушку, потому что слишком много фигни на экране происходит. А у него есть еще один кусок мяса, у нас есть две жизни, то есть одну потерять можем. Попробуем словить его хотя бы чуть-чуть. Издалека. И заморозим засранца. Ловушка, нет, выпрыгнула на ловушке, поскольку он сразу же буквально прыгнул, наверное, поэтому она и не сработала. Но у нас есть небольшой шанс, у него тоже есть небольшой шанс. Так что все честно и спортивно. Я бы даже сказал, очень спортивно, смотрите, как он прыгает. Мне бы такую форму. Или хотя бы половину такой формы. И вот именно вот так. Мы ловим второго йети. Не совсем подряд, но все-таки посмотрим, чему. Ага, Мэтт Фокси получает в роли йети. И Уинстона, конечно же, тоже одновременно свой заслуженный подг, поскольку Уинстоном здесь победить для меня, например, большая очень проблема. Именно поэтому, скорее всего, это видео не будет включать в себя геймплея со стороны йети, поскольку там не особо нечего показывать. Ну, а ваше мнение вы можете им поделиться в комментариях. А как вам больше нравится, как вам больше получается. Что немаловажно, да. Мы увидимся с вами в следующий раз.